Ну вот и зацвели клематисы для летнего черенкования, летне-весеннего. Это самое подходящее время. Сейчас на прямом примере буду показывать, как заготовить черенок, чтобы успешно укоренить это прекрасное растение. Максимальный результат дает та лоза, на которой уже начали образоваться бутончики. Вот они, маленький бутончик. Вот. Но первые 2-3 междуузлия мы пропускаем. Они очень слабенькие. И желаемого результата они нам не дадут. А вот следующие междуузлия подойдут нам максимально. Сейчас я нарежу черенок таким, как он должен быть для укоренения. Вот она, лоза, которую я отрезала для черенкования. Чтобы получить черенок, нам нужно сделать нижний косой срез и верхний прямой. Вот здесь. Для питания и дыхания череночка нам нужно оставить одну из пары листьев. Этого будет достаточно, чтобы он не тянул слишком много питательных веществ и начался процесс укоренения. Ну вот, например, вот этот листик я удаляю, а второй мы оставляем. Вот такой вот череночек будет использоваться для укоренения клематиса. Ну вот и готов мой тазик череночков. Я их обрезала, удалила лишние листики. Вот. Ровный косой срез сделала. Сейчас буду замачивать. Сначала просто напитаю водичкой, а потом будем делать замачивание в корневине.